То, что спички не игрушки, на собственном горьком опыте узнали двое маленьких детей в Ревде. Они остались одни в пылающей квартире. Услышав крики о помощи, соседи вскрыли дверь и вывели из дома одного ребенка. Второго спасли уже пожарные, малыша вынесли на улицу без сознания. Как стало известно, мальчики 3 и 8 лет должны были находиться под присмотром бабушки. Однако она ушла, оставив сорванцов одних. Дети стали баловаться спичками, это и стало причиной пожара. Чтобы вызволить ребят из огненной ловушки, соседке пришлось вышибить дверь. Старший ребенок смог выбраться сам, он отделался легким отравлением, а вот младшего пожарным пришлось искать в дыму. Сейчас он в реанимации с ожогами дыхательных путей.